К другим новостям. В Новочебоксарске 12-летний мальчик выпал из окна 7-го этажа. ЧП произошло в минувшие выходные. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Вечером 5 октября в правоохранительные органы города Новочебоксарска поступило сообщение. На крыше одноэтажного пристроя к многоэтажке по улице 10-й пятилетки лежит 12-летний мальчик без сознания. Эту информацию рассказал отец подростка. Как сообщили в Следственном комитете, мужчина с сыном находились в квартире. Ненадолго взрослый вышел из комнаты, а когда вернулся, увидел открытую балконную дверь и лежащего внизу ребенка. В настоящее время следователями выясняются обстоятельства падения. Закрытый черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и другими травмами, несовершеннолетний госпитализирован в реанимационное отделение лечебного учреждения, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, семья, в которой воспитывается мальчик, благополучная. В настоящее время следователями проверяется как версия несчастного случая, так и попытки суицида. Мотивы такой попытки сейчас устанавливаются. Пока следователи выясняют причины произошедшего, на местном форуме появилось сообщение. Мальчику требуется кровь 4-й группы, положительный резус. Желающие помочь могут обратиться в центр переливания крови.